Добрый день, дорогие друзья! От всей души поздравляю всех преподавателей, студентов и сотрудников университета со 115-летием со дня его основания. Российский экономический университет имени Плеханова – это, безусловно, один из старейших и уважаемых вузов нашей страны. Уже более века он вносит существенный вклад в развитие отечественного образования и наращивание экономического потенциала России. И нынешнее поколение сотрудников и ученых не только бережно хранят многолетние традиции, но и приумножают научные возможности университета. Сегодня вуз по праву является самым современным научно-образовательным комплексом, который отвечает запросам государства, правительства, рынка и, конечно, общества. Он находится в авангарде по решению задачи по цифровизации экономики, подготовке кадров. Здесь реализуются значимые научные проекты. Среди выпускников Плехановского университета известны государственные и общественные деятели, академики и представители бизнеса. Каждый из них получил бесценные знания и использует их, повышая престиж нашей страны. Я желаю педагогическому коллективу успехов, новых побед и талантливых студентов. Продолжайте внедрять новые методики для подготовки высококвалифицированных специалистов. А молодым людям желаю гордиться своей альма-матер, совершать открытия, вносить свой вклад в развитие экономики нашей страны. Еще раз с праздником, берегите себя!